Ой, Нина, да все нормально, ты понимаешь? Ну, так здорово, я вообще... Мы так никогда не отдыхали, Нинок, да? Не, ну, повторим, конечно, повторим, Нинок, да? Не, не, я в пятницу не могу. Не, 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 ну какая баня? Я своему коте шопинг обещала. Ну, нет, он, ну, ты же его знаешь, он будет нудеть. Не, сапоги расстегни. Нин, это я не тебе. Сапоги, говорю, расстегни. Ну, да, Нинок, ну, мне сапоги расстегни, Чуня. Ну, Чуня. Ой, Нин, сейчас, подожди. Ну. Да ладно, не нуди. Я сама расстегну. Чуня. Чуня, Чуня. Ну, Чуня, понимаешь, ну, Чуня. Да какая семейная жизнь, Нина? О чем ты говоришь, семейная жизнь? Нина, семейная жизнь, это, знаешь, это когда сериалы смотришь с человеком, с которым когда-то сексом занималась. Вот это семейная жизнь. Да не спеши ты, не ног, погуляй. Ну, да, ну давай, ну все, ну пока, ну созвонимся, все, давай. Ну и чё? Чё ты в телевизор вперился? У меня сериал через час. Блин, как ты достал этими сериалами? Ну достал, слушай. Я тебя когда-нибудь уйду из-за этих сериалов, ей-богу. Куда ты уйдешь? Мы вместе уже 18 сезонов. Это срок. Ну то-то и оно, 18 сезонов, ну ты сам подумай, ну я не знаю, ну как это можно смотреть? Ну скажи. Интересно. Ну что там интересного? Ну объясни мне. Объясни, что там интересного? Что? Я расскажу тебе содержание предыдущей серии. Ну давай рассказывай. Это очень интересно. Лизочка узнала, что Яков Николаевич влюблен в другую женщину, в Анну Павловну. Бедное сердце девушки не смогло снести такого несчастья. Она захотела наложить себя руки, ноги и все, что вообще возможно на себя наложить. Она бедная, хотела повеситься, порвала веревку, 107 килограмм, это серьезно. Она сожрала 1,5 килограмма мышьяка в одно рыло, бедная женщина. Она, я не знаю, что... в следующей серии посмотрим, что будет дальше. Котя, у тебя что, критический вид? Котя, мне иногда кажется, что ты вот нет-нет, да и попиваешь из копытца. А мне иногда кажется, ты делаешь меня дурака. Да ладно, да. Никакого дурака я себе не делаю, о чем ты говоришь? Вообще запомни, женщины из мужиков никогда не делают дураков, никогда. Мы всегда работаем с уже готовым материалом. Котя. Кстати, ты починил кран на кухне, я тебя просила? Я мужик. Я сказал, починю, не надо напоминать мне об этом каждые полгода. Я мужик, я сказал, починю. Я тебе честно скажу, в моей жизни было только два настоящих мужика. Да? Да. Вау. Да. И кто второй? Ты с первым-то не знаком, Котя. Ой, Котя, Котя. Я просил, не называй меня Котя. А что такое? Потому что, когда ты кричишь «Котя, иди жрать», мы с котом сталкиваемся в проеме, начинаются непонятки. Этот тварь, он меня хочет сожрать. Он исцарапал все мои податливые ноги. Этот кабан жиропочки огромного размера дежурит возле туалета. Он хочет меня сожрать. У него шары такие, как у фантомата светятся. Сгад и паразит. Я ненавижу его своими фибрами, всей своей широкой души. Выбирай, я или кот. А я тебе по-другому скажу. Или кот, или моя мама. Конечно, кот, что ты сравниваешь. Ну и хорошо, помирились. Слушай, а я не понимаю, что ты так не любишь мою маму? Она нормальный человек, она приехала, она тебе помогла бы по хозяйству. Вот Новый год на носу, у тебя ничего не готово. Я смотрю, ничего не... У меня все готово. А что у тебя готово? А? Я елку купил, я подарки принес, я маме массаж ступней сделал. У меня готово абсолютно все к празднику. Как-то странно на него Виагра действует. А ужин? А ты забыл про ужин? У меня прекрасное меню. Устрицы с черной икрой, соусом пармезан, трюфелями, потом рулетики, которые ты любишь, яйца Фаберже. Ты шираф. Да. И щучьи головы во фритюре в хлебных крошках. Это очень вкусно. Ну что ж, пельмени так пельмени. Слушай, я тебе хочу сказать. Вот ты, понимаешь, вот ты с этими сериалами, ты мне всю голову заморочил. Ты понимаешь? Всю голову. Ты только в сериалах. Ты вернись в жизнь. Ты, жизнь, вот наша Санта-Барбара. Ну,
Ты, вот я тебе расскажу. Вот я звонила Нинке. Так. Вот ты знаешь, о чем мы говорили? Мы говорили про наше, про бабское говорили. Котя, вот... Про бабское? Это интересно. Вот слушай. Тебе будет интересно. Я ей задала только один вопрос. Я говорю, Нинок, ну скажи, как твоя личная жизнь? Она знаешь, что у меня ответила? Нет. Я смеялась. Она говорит, моя личная жизнь начинается на П и кончается на С. То есть у нее принц появился? У Нинки. Ну да. Принц. С какой стати? Я думаю, негоже такой кобыли и без принца. Вот это ты молодец. Хорошо сказал, да? Вот это ты про Нинку. Я посмотрю. Ой, господи, боже мой, не, Котя, да оставь ты эти сериалы. Ну давай хоть раз в жизни, ну будь мужиком. Давай с тобой вместе посмотрим футбол. Ну давай, ну. Ну давай. А я хочу смотреть сериал. Да. А я хочу смотреть футбол. А я хочу сериал. А я футбол. Ты красавица или нет? Ты расскажи мне. Ну посмотри на меня, Котя, ну да. Посмотри, ну я же... Ну ты же сам говоришь, ты. Я красавица, да? Я красавица? Ты красавица? Просто... Так я не поняла, я красавица или нет? Ты необычайно красивая женщина. Можно пока посмотрю? Не надо. Я же... Кто в доме хозяин? Я! Я просто спросил. Я пока посмотрю, если можно, Серёга. Знаешь, я решил, что больше мы не будем ругаться с тобой. Так, слушай. Ты решил? Да? А ты меня спросил, Чуня? Ты у меня спросил? Я хочу смотреть. Так, все, переключай футбол. А я хочу смотреть сериал. А я футбол. Сериал. Все, сериал. Футбол. Секс. Хорошо футбол? Ты хочешь футбол? Смотри, что футбол. Расскажешь, что выиграл. Так, Чуня, я не понял. Смотреть. Ты понял? Потому что мне не интересно. Как, куда давай футбол? Подожди. Алло.